Ехал заказик рандеву. Всем привет, мои хорошие. Сейчас будет распаковочка, будет покрасочка волос. Итак, поехали. Да, все отлично упаковано. Сверху накладная. Поехали. Так, а что у нас тут интересненько? Ну, во-первых, лак. Мой любимый лак. Я им пользуюсь редко. Мне такого баллона хватит надолго. Это большой объем. Здесь 350 миллилитров. Вот такой он огромный. Именно вот этот зеленый объем. А сверхсильная фиксация для тонких волос беру, потому что он классно держит прикорневой объем. Иногда для укладки использую. Много лет пользуюсь только этим лаком. Равных ему нет. Он очень классный, очень крутой. Он действительно создает на волосах объем. Он действительно держит укладку. Потрясающий. Меня все полностью устраивает. Так, дальше. Моя любимая тушь на данный момент. Это вот такая. Сейчас отдам, сейчас, Крис. На тебе пока лак. Крис, очень надо всю распаковочку. Очень всегда сейчас. Volume Million Lashes L'Oreal. Вот эта зеленая. Великолепная, потрясающая тушь. Просто шикарная. Самая любимая. Не тырь, пожалуйста. От нее ресницы крутые, мега объемные, длинные. В общем, равных ей нет на данный момент лично для меня. Кристин, на тушь дай мне, пожалуйста, тени. Спасибо, малыш. Второй раз заказываю Vivienne Sabo тени. Вот эти артист, наверное, да? Что мне нравится, девчонки? Это у меня 0,6 оттенок. Сейчас все просвочу, покажу. У меня, по-моему, в четвертом оттенке другие, если я не ошибаюсь, четвертый или третий. Обожаю. Но они уходят в лиловый. А здесь немножко поярче персиковый подтон. Я этими тенями крашу и веки, и губы. Ну, невероятно крутая, стойкая текстура. Они более стойкие, чем люкс-визаж белорусские. Более стойкие, хотя те тоже хрен сотрешь, если честно. Но вот эти мне нравятся больше. Те как-то вот они по суше, что ли. И даже как помада я их тоже использую, но они как-то вот немножечко, может быть, подсушивают. Ну, совсем слегка. Нет, вот, ну, не сохнут у меня от них, в принципе, тоже губы. Но здесь вот как-то текстура какая-то более нежная, что ли. Тоже вот 24 часа вообще никуда не деваются. Сейчас все просвочу, покажу. Так, дальше поехали. Вот такая вот пенка взяла специально для Ксюшки. Сейчас приучаю к регулярному уходу. Мне безумно понравилось средство для купания из этой серии. Сейчас открою, тоже покажу. Это Estelle, детская, вот такая голубая серия. Она великолепная, девчонки. Это пена для ванны, меняющая цвет. Она сначала такая, я забыла какая, зеленовато, желтенькая такая она, и превращается в синюю. Я что отметила, бутылочка такая мягкая, классная, тактильно, большой достаточно объем, пены от нее много, детям интересно, но после нее нереально мягкая кожа. Нереально, как будто вот ребенок вылез из ванны и уже на него нанесли какой-то супер крутой суфле, крутой крем, кожа бархат. Я не могу сказать, что там другие средства, которыми мы пользуемся, детские, прям сушат крест сильно кожу. Нет, но вот после этого безумно крутая мягкая кожа. Вот прям у кого детки или для себя можно взять, прям очень рекомендую. Дай пенку покажу девочкам, Крис. Дай, пожалуйста. Дай пенку покажу. Ты уже колпачок сняла. Давай, маме, сейчас я сниму и тебе отдам. Сейчас. И взяла Ксюшке вот такую вот пенку для умывания из этой же серии. Потестируем, обязательно расскажу. Поддерживает pH-баланс, деликатный уход. 3+, алоэ вера, пантенол. Вот такая вот классная пенка. Информацию, кому интересно, можете на паузу нажать, почитать. Так, состав у нас тут где? Где состав-то? Сейчас, вот он, вот состав, кому это тоже важно, смотрите, какой состав. Я думаю, что будет классный продукт, потому что пена для ванны из этой серии — это что-то с чем-то, девчонки. Впервые беру вот такие вот корейские диски для снятия макияжа. 200 с чем-то рублей, цена вопроса небольшая, они приходят в коробочке. Так, и штук у нас здесь сколько штук? 80. 80. Сейчас откроем, посмотрим. Дальше поехали. Краситься чем будем? Я вам говорила, что хочу потемнее. Поэтому я взяла оттеночек. Опять же, 8-16. Вот такой вот. Это Estelle Princess. Крашусь только этой краской. Покраски все в роликах показываю. И все равно возникают вопросы, чем я крашусь. Поэтому я вам еще раз показываю. Наверное, кто-то смотрит ролики определенные и не смотрит ролики про покраску. Но цвет волос мой очень волнует. Но полистайте канал, посмотрите, я все показываю. И 7-16.
Называется этот оттенок русый пепельно-фиолетовый. Я его сейчас буду мешать в семерку с восьмеркой. Она и восьмерка на выходе дает темный, но потом уходит сильно светлый при последующем мытье головы. Поэтому я хочу немножечко потемнее семерочку с восьмеркой смешать, посмотреть, как получится. Если мне не хватит темноты, то тогда я буду 7,16 брать и 7,80. И это 8,16. У меня там 8,61, по-моему, вот с этим я сейчас буду мешать. Ну, в общем, я сейчас вам покажу. У меня там в запасах красочки лежат. Так, дальше поехали. Я решила взять вот такую, попробовать маску, филлер. Кристюш, водичку выключай. Выключай водичку. Маска, филлер, увлажняющая. Это у нас с вами Аравия. Мне последнее время нравятся очень масочки от этого бренда. Я взяла вот такую увлажняющую с гиалуронкой, потому что вот сейчас на холодное время года чувствую, что кожа сохнет. Нужно что-то такое вот мощное. Смотрите, вот что у нас тут: масла всякие, гиалуроночка. Так, сейчас состав вам покажу. И будем вместе сейчас тоже тестить. Мне прям интересно, вот состав. Попробуем. Так, дальше что у нас тут? Это, я так понимаю, подарочки. А, рандеву обожаю за то, что баллы за отзыв, бонусные рубли. То есть вы сделали заказ, пишете реальные, честные отзывы, и вам за это начисляют бонусные рубли. Один бонусный рубль равен одному обычному рублю. Потом при следующем заказе вы их списываете, и все получается очень бюджетно. И промокод, естественно, как всегда, и ссылочки я вам под видео оставлю. Промокод на скидку 10%, чтобы ваш заказ был еще более выгодным. И вот такие подарочки у меня в этот раз. Даже не пробнички, смотрите, а масочки. Смотрите, так... Попробуем, потестируем по-русски. А вот тканевая маска с красным женьшенем. Корея же, Корея. Так, и вторая. Вот такая вот масочка интересная. Это у нас с пептидами. Сейчас, малыш, подожди. Так, все вроде, все вам показала. Идем краситься, тестировать маску. Вот он, сводчик у нас с вами. В принципе, достаточно достоверно камера передает. Красивый такой оттеночек, красивый, хорошенький, вот, вот так вот. И на губу уже нанесла, сейчас покажу. Обалденный шикарный нюд, просто обалденный. Прям такой слегка освежающий, красивый. Вот так, да, очень классный, мне нравится, супер. Диски еще смотрим, смотрите, открыла, как они выглядят. Давайте, ой, какие мягенькие, слушайте. Смотрите, вот такие по бокам прошиты, а здесь... Какая-то мягкая-мягкая вата. Они такие мягенькие, слушайте. Прикольные. Интересные. Кто такие пробовал, пишите. Мне нравится. Можно и удобно маникюр такими, ну, лак снимать. Достаточно большие, хорошенькие. Все супер, класс. Так, что берем для покраски? Ну, конечно же, 7,16. Потом у нас пойдет 8,1. Ровненько, светло-русый, пепельный. И я сюда добавлю еще жемчужный, 8,18. Это светло-русый, пепельно-жемчужный. Потому что он давно у меня уже лежит, хочу добавить. Может быть не весь, может быть чуть-чуть, сейчас посмотрим. И краситься буду на девятке. У меня почему-то на девятке именно самый получается стойкий результат. Крис. Крис вносит коррективы в покраску. В общем, у меня на девятке почему-то самый стойкий результат в плане насыщенности пигмента и в плане того, как быстро... вымывается именно темный пигмент с волос. То есть эта краска в любом случае самая стойкая, которую я когда-либо пробовала. Она бережно к волосам. Все отлично, все замечательно. Устраивает. Ни пепельный оттенок не уходит. Ну вот мой микс. Ни в желтизну никогда. Даже на моих черных корнях. Ни в желтизну, ни в какой цвет. Все идеально, классно, круто. Не собираюсь даже краску менять. Но вот на девятке как-то все равно вот самый стойкий результат. Поэтому я беру девятку. Соотношение один к одному. Одна часть краски, одна часть окислителя. То есть приблизительно я сейчас набабахаю в тарелку краску вот эти все три штуки. Я миксую в последнее время, люблю миксовать. Так, поэтому у меня всегда так. Одна часть краски, одна часть окислителя. Вот так, приблизительно, приблизительно. Если будет чего-то чуть больше или чуть меньше, вообще не критично. Так, все, делаю замес и будем с вами тестировать. Достала уже масочку для лица. Пропорции по краске где-то пол тюбика. 7. Уже забыла, 16 или 18. Пол тюбика 7,16. Это получается, сколько у нас здесь? 50 грамм. Где вес-то? 60, значит 30 миллилитров. 7,16. И где-то по 25 миллилитров. 8,1. То есть две части 7,16, одна часть 8,1, одна часть 8,18.
Итого получается у нас где-то как раз 60 миллилитров краски и где-то 60 миллилитров окислителя я сейчас буду добавлять. Вот такая получается смесь. Все перемешиваем, наносить буду на сухую по проборам. Краски должно быть достаточно. Ну вот у меня на такую длину, чтобы волосы плавали в краске, да, уходит получается как раз 60 миллилитров краски, один тюбик. Но у меня много всяких разных, и еще там лежат в запасе. Сейчас, если понравится с семерочкой, то буду брать семерку. Должно быть что-то красивое обязательно. По-другому в последнее время не бывает. Так, все, наношу. Нанесла. Минут 10 прошло, смотрите, какой чернильный цвет. Краски получилось много, мне за глаза хватило бы 50 или даже 40 миллилитров по 40 окислителей краски, да? Поэтому я прям обильно, смотрите, какой чернильный цвет. Я прекрасно знаю, что семерка на выходе, она дает почти черный цвет, потому что, ну, я знаю, я семеркой красилась. Семерка очень интересный оттенок, так же, как и восьмерка. Восьмерка на выходе дает очень темный цвет, а семерка вообще почти черный, хотя и то блонд. Потом, когда смывается, после там, пятой помывки, обычная краска после первой, второй, а вот именно Эстель Принцесс после пятой где-то помывки становится гораздо светлее, каждый раз все светлее и светлее. На кончике не наносила, потом проэмульгирую. Но так, смотрите, какая чернильная. Как следует очистила лицо, пробуем маску. Так, она у нас, кстати, приходит зафольгированная. Мне даже руки окрасились немножко. Краска у Эстель Принцесс, пигмент очень сильный, прям вот очень сильный, за что я ее и обожаю. Темненькая похожу пока чуть-чуть. Так, ой, сливочки прям, слушайте. Одушку никакой не чуть. Прям такие сливочки. Прям такая хорошенькая масочка, прям мягенькая такая. Сливки-сливки. Прям прелесть. Как крем, короче говоря. Посмотрим по эффекту, потому что сейчас вот прям хочется питания. У меня полно очищающих масок всяких пузырьковых, а хочется питания очень. Я уже и так все свои кремы, запасы, которыми не пользуюсь, использую как маски. Уже даже так все запасы подбила. Уже даже представляете, у меня всего пару кремов, наверное, в использовании. Ну, три, может. Потому что вот таким образом делаю из них масочки. Кожу напитываю. Хорошенькая. Ну, вот по ощущениям прям как крем такая, сливочная масочка. Оно у нас вообще смываемое. Да, остатки смыть водой. А то, может быть, эта маска не смываемая. Ночная такая, как любят сейчас многие делать. Крем обычный ночной называть маской. У меня даже в Т-зоне пощипывает. Но у меня много от чего пощипывает в Т-зоне, потому что я кожу очень хорошо очищаю. Я вот так вот сейчас, как крем, ее еще на декольте нанесу. Как крем именно. Смывать не буду, посмотрю. Она за собой, кстати, жирного следа липкого никакого не оставляет. Вот так. Декольте в последнее время тоже прям в уходе нуждается. Я прям сейчас его стараюсь и очищать, и увлажнять, и тонизировать, как лицо. Потихонечку приходит в порядок. Что, я совсем сиреневая? Девочки, я буду сейчас черная. Я уже это знаю. Прошло 15 минут, но еще минут 20 хожу, эмульгирую на кончике. Будем смывать как раз минут 20, да, как раз в масочке хожу, и будем все сразу смывать. Ну что, 20 минут прошло, смываю маску, кое-где кожа ее съела, можно слой потоньше делать, по идее. И буду эмульгировать кончики, и потом посмотрим, что получится. Проэмульгирую, 5 минут еще похожу и смою, высушу и покажу. Так, масочка, что у нас по факту? По факту я чувствую хорошее питание, но есть ура, слава богу. Прям мне питательной маски в арсенале не хватало. Прям напитанная, хорошо увлажненная кожа. По состоянию ровный тон. Чистенькая, хорошенькая. Прям вот хорошо, хорошо. Пока очень нравится, девчонки, прям зачет. Вот даже сейчас трогаю декольте, где я нанесла как крем. Мягкое, но не так. А лицо прям совсем мягенькое. Прям вообще красота. Понравилось. Классно. Напитывает. Ну вот как-то так. С небольшим таким сиреневым отливом. При искусственном освещении показываю, потому что у нас уже темно. При естественном пока, к сожалению, не покажу. В целом мне все нравится. При следующей помывке цвет выровняется, стал немножко потемней. Где-то бликует сиреневый цвет местами. Почему местами, понять не могу. Но вот здесь вот, скорее всего, потому что тут седые волосы. Но я знаю, что он выровняется. В целом мне все нравится, все устраивает. Довольно, стал немножко потемней. Так, ну на этом все, мои хорошие. Ссылочки, как всегда, и промокод оставляю в инфобоксе. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.